За 6 лет основные строительные работы были почти завершены. В январе 2016 года установлен главный купол и крест. И сегодня насущный вопрос этой важнейшей для Заречья стройки – подведение коммуникаций. В первую очередь – газа. Отапливать такое внушительное сооружение непросто. Стоимость проблемы – около 8 миллионов рублей. Конечно, такой суммы ни у строителей, ни у Одинцовского благочиния нет. Нужна поддержка. И в том, что она придет, настоятель храма священник Александр Коновалов свято верит. Всегда, когда мы сталкивались с какой-либо проблемой в строительстве храма, Господь нам посылал людей, которые помогали советом сначала, кто-то делом, кто-то своим личным участием. В такую непростую для строительства пору и приехал в Зареченский храм генеральный директор государственного предприятия «Мособлгаз» Дмитрий Голубков. Вместе с настоятелем он обошел строительную площадку и профессионально оценил объемы необходимых работ. Даже стороннему наблюдателю очевидно, что встреча эта произошла в самый что ни на есть нужный момент. Мы видим тот масштаб строительства, который уже проделан, те работы, которые уже проделаны, они, естественно, заслуживают самых высоких оценок. Я очень рад, потому что появится здесь такой красивый культурный объект, куда будут приходить и местные жители, и прихожане. Храм – это мост из прошлого в будущее через настоящее. Это небо на земле. Именно поэтому, входя даже в недостроенное святилище, мы испытываем невольный трепет. Для Заречья стройка особенно важна, ведь этот храм первый в поселении. Храм – это, в первую очередь, духовный корабль, соединяющий настоящее с будущим, соединяющий нас, ныне живущих людей, с теми, кто был до нас и обязательно будут после нас. Это наши дети, это в будущем внуки, это то поколение, которое будет ходить по Зареченской земле, будет переступать порог этого храма и точно знать и свидетельствовать всем своим сердцем, что здесь жили настоящие люди, которые оставили такую жемчужину, которые построили этот храм от всего сердца. Настоятель Александр Коновалов уверен, что если будет на то Божья воля и желание людей, то храм в Заречье можно достроить уже до конца этого года. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».